Ну, вы, наверное, думаете, что я уже уехал отсюда. А, кстати, всем привет. А я еще здесь. Я еще в прошлом фильме. В предыдущем. В предыдущей серии. Что было в предыдущей серии? Я сюда приехал, покрутился, здесь грязно. Мотоцикл не поднимается. А, в связи с тем, что полный бак. Ну, не полный, а достаточно полный. С него потекло. Я вот остановился протереть. Ну, а через несколько секунд вы уже со мной вместе окажетесь возле... О, там. Возле навесного моста. Вот куда палец показывает. 3, 2, 1. Мы на навесном мосту. Ух, ребята, он очень скользкий. Я сейчас попытался затормозить. Так вообще он. Доски сырые. Так что я вот так вот ногами типа иду, а сам еду. Потому что он немножко кособокий вот здесь был. В начале, да и в принципе на протяжении всего этого. Тут какой-то метраж указан. А я даже не исключаю того, что кто-то когда-нибудь его тут прикупит и будет взимать плату за проход. Несмотря на то, что ну, он как бы давнишний-давнишний, государственный-государственный. Ну, кто-нибудь где-нибудь по-левому оформит, перестелит доски, потратит тут 5 кубов досок и потом будет бабло рубить. На той стороне. Здесь даже кто-то насыпь сделал, чтобы заезжать. Что, поедем на горочку, попробуем въехать. И оттуда уже там посмотрим по сторонам, беседу побеседуем. Бурьянский путь, а как туда проехать? Тут я не хочу ехать, надо вот туда дальше развернуться куда-то. В колючки главное не влезть. Не люблю колючки. Блять, сыро все. Пипец. Трава хоть не такая высокая, не так, как мы вот летом катались тут, дебри, джунгли. Слишком скользко, чтобы здесь заезжать. Почему-то мне так кажется. Еду по травке, на всякий случай. На тропинку не съезжаю. Пока получается. Вот здесь я на тропинку попал. Здесь глина. Короче, здесь можно буксануть и остановиться. А потом уже все будет уже по-другому. Здесь постоим. Хреново, что у меня камера в зажигалке. Короче, все, что мы здесь можем видеть, вот в том направлении, вон навесной мост,
Он на камере вообще микроскопический, ни хера не видно, приблизить тут мы не умеем, не можем, нет возможности. Такие вот дела. Такая местность вокруг. Да. Вот он страшный сам. Как бы страшного вам получше показать. Ну вот он страшный. Сидит на мотоцикле. Вон лес. Там в середине где-то стоит наш Федя. Фиат Дуката. Приехали мы вот оттуда. Вот если видите край леса. И туда, там по прямой видна вышка сотовой связи. Это та самая вышка, которая там у нас. О, не под, на моем перекрестке. То есть, как бы, в принципе, я далеко заехал. Далеко я заехал на Фиате. А на Плохарике я заехал не так уж и далеко. Что у нас? Глушитель радует. Цилиндр горячий. Вилка не текет. Обычная ижевская. Карбюратор Микуни с ПСа, с моего, с бывшего, которого звали Красный Дракон, который сейчас у Дениса. Что вам еще рассказать, чего вы не знаете, да? Камера, на которую снимаю, называется Sony AS. А сколько AS? Сейчас посмотрю. AS-15. От AS-10 отличается присутствием Wi-Fi. Больше ничего. Ну вот такие вот дела. Снимаю я с разрешением 720 на 30p. Почему так делаю? Делаю потому, что чтобы видос весил меньше. С большим качеством видео будет весить, одинаковый промежуток времени видео будет весить в гигабайтах больше, чуть не в два раза. Это будут у меня сложности с обработкой видоса, с загрузкой ее, этого видоса, потом впоследствии на канал. Ну, как бы все это определенные трудности. Потом, что здесь 30p. По-моему, с этим параметром включена стабилизация. Стабилизация очень большая, большая вещь. Вот видите, вот камера жестко закреплена на шлеме, а при вот таком движении появляется визор, как будто камера шевелится относительно того, на чем она закреплена. И вот при всяких резких ударчиках там, при том, при сём, это сглаживает, картинка будет лучше, стабильнее. Вот дачи видны, это которые уже за сеймом дачи. Прикольно тут все так выглядит. Вон даже я вижу за лесом, вон там, вон, не то 16-этажки торчат. Ну, город Курчатов видим. Ну что, лялякать хватит. Пора собираться в обратный путь. Поэтому всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами был тот, кто вам в начале видео передавал привет.